Здравствуйте, ребята! Начинаем урок математики. Встало солнышко давно, заглянуло к нам в окно. На урок торопит нас математика сейчас. Тема урока – задачи на разностное сравнение. Сегодня на уроке вы научитесь решать задачи на разностное сравнение. Начинаем урок с повторения изученного материала. Назовите числа второго десятка в порядке возрастания от 11 до 20. Повторяйте вместе со мной. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Назовите ряд чисел в порядке убывания от 20 до 11. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Дополните данные числа соседними числами. Проверяем. 14, 15, 16, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 15, 16, 17, 13, 14, 15, 12, 13, 14. Сравните числа. Проверьте, правильно ли вы сравнили числа. 15 меньше 19, 14 меньше 16, 13 больше 10, 11 больше 8, 20 больше 10, 15 равно 15, 18 больше 14, 13 меньше 17, 15 больше 12, 14 равно 14, 18 больше 8, 12 равно 12. Продолжаем урок математики. Вспомните, из каких частей состоит задача. Условие, вопрос, решение, ответ. Назовите типы задачи, которые вы уже умеете решать. Задачи на нахождение суммы, задачи на увеличение числа на несколько единиц, задачи на нахождение остатка, задачи на уменьшение числа на несколько единиц. Сегодня вы научитесь решать задачи на разностное сравнение. Сравним предметы на первом рисунке и ответим на вопросы, насколько больше, насколько меньше. Сколько пингвинов на рисунке? 6. Сколько рыбок? 4. Насколько больше пингвинов, чем рыбок? На 2. Насколько меньше рыбок, чем пингвинов? На 2 рыбки. Какой пример запишем? 6 минус 4 равно 2. Рассмотрите второй рисунок. Сколько зеленых пуговиц? 4. Сколько коричневых пуговиц? 7. Насколько меньше зеленых пуговиц, чем коричневых?
на 3. Насколько больше коричневых пуговиц, чем зеленых? На 3. Какой пример запишем? 7 минус 4 равно 3. Сделаем вывод. Чтобы узнать, насколько одно число больше или меньше другого, надо из большего числа вычесть меньшее. Прочитайте задачу. В ансамбле 12 девочек и 10 мальчиков. Насколько больше девочек, чем мальчиков? Прочитайте условия задачи. В ансамбле 12 девочек и 10 мальчиков. Прочитайте вопрос задачи. Насколько больше девочек, чем мальчиков? Какой это тип задачи? Это задача на разностное сравнение. Запишите краткую запись данной задачи. Рассмотрите рисунок к задаче. Приступим к ее решению. Сколько девочек в ансамбле? 12. Сколько мальчиков? 10. Кого больше, девочек или мальчиков? Правильно, больше девочек. Кого меньше, мальчиков или девочек? Да, меньше мальчиков. Узнаем, насколько больше девочек, чем мальчиков. Вспомним правило. Чтобы узнать, насколько одно число больше или меньше другого, надо из большего числа вычесть меньшее. Какое число больше? 12 или 10? Да, 12 больше 10. Какое действие применим? Сложение или вычитание? Правильно, вычитание. Запишите решение. 12 минус 10 равно 2 девочки. Чтобы записать ответ, надо вспомнить вопрос. Насколько больше девочек, чем мальчиков? Ответ. Девочек на 2 больше, чем мальчиков. Молодцы, ребята! Вы решили задачу на разностное сравнение. Продолжаем урок математики. Прочитайте задачу. В сквере 19 лип и 9 елей. Насколько меньше елей, чем лип? Назовите условия задачи. В сквере 19 лип и 9 елей. Прочитайте вопрос задачи. Насколько меньше елей, чем лип? Эта задача на разностное сравнение. Запишем краткую запись. О каких деревьях говорится в задаче? О липах и о елях. Сколько лип? 19 деревьев. Сколько елей? 9 деревьев. Каких деревьев меньше? Правильно, елей меньше. Узнаем, насколько меньше елей, чем лип. Запишите вопрос в краткой записи задачи. Приступаем к решению. Сколько в сквере растет лип? 19. Сколько растет елей? 9. Какое число больше, 19 или 9? Правильно, 19. Какое число меньше?
число 9. Вспомним правило. Чтобы узнать, насколько одно число больше или меньше другого, надо из большего числа вычесть меньшее. Выполним действие вычитания. 19 минус 9, запишем решение, равно 10 елей. Чтобы записать ответ, надо вспомнить вопрос задачи. Насколько меньше елей, чем лип? Ответ. Елей на 10 меньше, чем лип. Ребята, ответьте на дополнительный вопрос к задаче. Насколько больше лип, чем елей? Запишите решение. 19 минус 9 равно 10 лип. Ответ. Лип на 10 больше, чем елей. Молодцы, ребята. А сейчас я проверю, какими вы были внимательными на уроке математики. Выполните тест. Выберите правильный ответ. Сегодня на уроке вы познакомились с задачей на нахождение суммы, на нахождение остатка, на разностное сравнение. Задача на разностное сравнение. Задачи на разностное сравнение решаются действием, сложением или вычитанием. Правильный ответ – вычитанием. Чтобы сравнить два числа, нужно к большему числу прибавить меньшее, из большего числа вычесть меньшее. Конечно, из большего числа вычесть меньшее. Ребята, наш урок математики подошел к концу. Сегодня на уроке вы учились решать задачи на разностное сравнение. Для отработки умения в решении задач рекомендую помочь незнайке решить задачи из учебника. Спасибо за работу. До скорых встреч!